Несмотря на обидное поражение от сборной Казахстана, наша националка еще не сказала последнего слова в этом игровом цикле Лиги наций. Впереди матч со Словакией, с которой мы сыграем в сербском Бачка Топола. Именно здесь за нас сыграет фактор матча без массовой поддержки словацких болельщиков, который два дня назад явно помог казахам. Ну, наверное, играть лучше при полных трибунах, неважно, это болельщики команды соперника или наши. Вот. Ну, в любом случае, это какой-то проблемы не составит ни нам, ни словакам, думаю. Несмотря на турнирную таблицу, все мысли тренерского штаба сейчас сосредоточены на ближайшем матче. В игре белорусов уже видны не просто проблески. Победа не за горами, остается только протянуть к ней руку. Георгий Кондратьев делится мыслями, как именно наша сборная это сделает. Я думаю, что нужно показать лучше свой футбол, не допускать глупых ошибок, которые мы совершали в прошлых играх. И забить на один гол больше, чем Словакия. Вот все, что нужно завтра сделать. ТСК-арена, пусть и вмещает около 5000 болельщиков, в это воскресенье не обратит внимания на трибуны. Все самое важное будет на поле. Смогут ли белорусы громко хлопнуть дверью в серии официальных матчей 2022 года, покажет время. Ну, я думаю, что здесь мотивировать никого лишний раз не надо, потому что все профессионалы, все приезжают в сборную, чтобы выходить на поле, играть, биться за свою страну. Поэтому лишней мотивации не надо, все прекрасно понимают. Матч будет интересный, думаю, потому что Словакия хорошая сборная, там играют игроки в топовых чемпионатах Европы, поэтому нужно биться, нужно показывать себя, нужно доказывать, что мы тоже можем играть в футбол. 19:00 по белорусскому времени. Сербия, Бачка, Топола, Словакия, Беларусь. Болейте за наших!